Так, всім доброго ранку. Є питання, є можливість записати. За підтримку буду вдячний. Анонси не пишу, бо нема впевненості, що завтра день цей зустріну. Як ми шуткувалися з моїм другом, що і так як природа не надала прутня великого, то приходиться спати в трусах. Пусть лучше винімають завалів в трусах, а не без трусів. Так, поїхали. Є питання дуже багато різних цікавих тем. Я не впевнений, що буде наступний влог, але сьогодні вони є, ці теми. Тому вам розповім. Смотрел своего приятеля Павла Себастьяновича, которого я хвалю иногда и иногда критикую. Больше сейчас хвалю, хотя прошу, чтобы такие люди, как Павел, которые хотят сделать политику в Украине, и он весьма приятный человек, поменьше давали интервью таким людям, как на Политеке или Шелест. Понятно, ему как молодому политику нужны новые окна, для того, чтобы их больше, его больше людей услышали. Но Шелест или Политека – это абсолютно пророссийские ложи, как и Карасеву если давать интервью. Поэтому лучше поститься, да. Лучше иногда быть голодным, чем общаться с кем попало. Так, сегодня у меня крапива. Много упаковок крапивы, у меня сейчас меньше проблем в плане обработки ран, поэтому я ее вживаю, и вживать тоже корисно. Так, за один день торгов Павел Себастьянович утверждает, кстати, у меня включили этот влог, ой, не влог, а комментарии, там, где фото Трампа было, я не знаю, с чем это связано, ну, отключены комментарии в том влоге. У меня есть тоже возможность отключать комментарии, но я этим пока не занимаюсь. И, в принципе, я там оставлял комментарии, которые были без ругательств. Я не знаю, что побудило администрацию YouTube отключить именно в этом блоге комментарии. За один день торгов на Прозоро можно купить 10 новых систем РСЗО, о которых я говорю, с новой ОЛС, с новым 3D-радаром. Там человек писал, который занимается беспилотниками, что беспилотники хорошо ловят какие-то там спектрографы там, но я в этом не сильно. Я знаю то, что я когда смотрю ТТХ западных компаний, то видно эти датчики там уже устроены на этих машинах, потому что они мелкого сечения, эти все даже FPV-шки маленькие, шмели, уничтожают на раз, два, три. Поэтому я думаю, там уже это все монтировано, эти всякие спектрографы. Может, я неправильно сказал, извиняюсь, я там с физикой в школе так был, на «вы». И за один день торгов можно купить 10 этих систем. Он в Кабмине говорил чиновникам, ну, почему вы не покупаете, у вас же денег масса. Они говорят, это целевые программы, например, ЕС дает на клумбы, мы должны их потратить на клумбы. То есть ума не хватает, а нет желания, потому что ты заряжен, у тебя уже бизнес весь подвязан под эти клумбы. И у тебя нет желания, вот я когда кредитовал, то на меня выходил заемщик в банке и говорил, я хочу поменять целевое. Я выносил это решение на кредитный комитет, и кредитный комитет говорил, да, давайте изменим целевое. За нецелевое использование были предусмотрены штрафы. То есть любой Кабмин, любая администрация может выйти на своих доноров, да, и сказать, я хочу изменить целевой. Обосновать чем? Что пока вы мне выделили деньги, там, 100 миллионов долларов на клумбы, у меня за месяц в Харькове пропало 100 домов. Зачем клумбы без города? Поэтому меняйте целевое и покупайте РСЗО. А если вы не хотите менять на целевое, потому что ваши фирмы заряжены все на эти клумбы и на бордюры, то так и говорите, вот и все. Или там он приводил пример, 100 миллионов гривен сейчас поступило на
формирование более предметной базы, более корректной базы БТИ, бюро технической инвентаризации. Да инвентаризировать нечего будет. Город, тот же самый Харьков, исчезает на глазах. Меняйте целевое, используйте его туда, куда надо. Один день торгов на Прозоро запоминаем, это 10 комплексов ПВО мобильных. Там министру сельского хозяйства НАБУ предъявил какие-то там подозры, ну, работает НАБУ. Ну, делали анализ по НАБУ, что объемы их возмещений и сколько они стоят государству, ну, пока оно себя не оправдывает. Сильно дорогая конфета. Также Павел Себастьянович отмечал, что ему дают с фронта там данные, что россияне на Нивы ставят минометы, ну, 80-е, наверное. А мы ставим минометы, ну, это моя тема, на баги, вот я хотел продвигать, не получилось. Но у меня есть успехи. На фронте появились две батареи «Картал New Generation». Эта ракета летит больше 3 махов, 3,5, на 16 километров работает по цели. И это маленькая моя победа. Только я этим занимался, больше никто. Есть люди в моем ВОГе, которые сидят на теме у «Карбонпрома» по французскому направлению. Спасибо вам. Две батареи – это маленькая победа. Этот комплекс уже сбил крылатую ракету большую, огромную. И сбил беспилотник, хоть только они стали на дежурство. Где бы я его использовал? Прямо на передке бы ту машину в том виде, котором нам дали с тягачом, я бы не использовал. Я бы поставил ее дальше, чтобы... Вот у них есть у ПВО наиболее распространенная магистраль полета крылатых ракет. Вот в той зоне примерно бы и ставил бы эти две батареи. От них будет больше пользы. На передок бы в виде мобильной ПВО я бы лучше бы просил бы страйкеры, о которых я сегодня поговорю. Да, тоже. Россияне ставят на все что угодно миномет, лишь бы он перемещался. У нас эта программа не рабочая. Вот это чмут делает эти обычные трубы стационарные и все. Мобильность – это возможность хоть как-то выжить. Вообще сейчас 10-километровая зона ЛБС – это вообще это Марс. Там выжить практически невозможно. Мич МакКоннелл – это лидер республиканцев в Сенате. Говорил вчера ночью прекрасные речи, очень такие внятные. И он говорил, чем чревата изоляционистская политика. Перед Второй мировой войной самый выдающийся республиканец Роберт Тафт был против даже Ленд-Лиза. Что ж, Пёрл-Харбор решил эту проблему на некоторое время. Но после войны Тафт и большинство республиканцев выступили против НАТО, против плана Маршалла. К счастью, в 1952 году Эйзенхауэр получил номинацию от республиканской партии вместо Тафта. С тех пор мы постоянно поддерживали роль Америки как сильного лидера свободного мира и создали ЕС. И сейчас, благодаря усилиям тех, кто боролся с такими, как Тафт, появилось такое образование межгосударственное ЕС. И все туда хотят, и все хотят жить так, как в ЕС живут. Я продолжаю смотреть этот фильм «Бутлегер», он заканчивает сериал. И он вспоминает, воспоминания идут с детства, как он тяжело жил, выживал, голодал, этот Наки Томпсон. И они сидят с братом на побережье маленьком, и он говорит, а он начал работать в гостинице самого богатого человека. И он говорит, пошлите, я покажу, как живут настоящие люди. И он его привел в туалет и показал унитаз с бачком. А вот эти люди, они здесь какают. Представь, какие они счастливые люди. И брат маленький говорит, ух ты! Ну да. Вчера немного решил пробежать, потому что проблемы есть и с левой почкой чуть-чуть. Я стараюсь сделать прогонку крови, потому что ходьба не позволяет это сделать. Ну, пальцы чуть спухли, решил пробежать, не бегал почти 3 года. Это, конечно, было как Форрест Гамп, чи Грант, я не помню, Форрест Грант. Это, конечно, смешно было.
Бабушки и то лучше бегают. Ну ничего так, 500 метров как-то проковылял, опять пошел. И потом я записывал маленький ролик в Телеграме. Но пробежки надо иногда делать, чтобы кровь начинала лучше циркулировать. Это неплохая профилактика онкологии. Да. Я выкладывал вчера репост, там человек ведет влог, офицер инженерных войск Украины, и показывал, как можно переделать М-62 под противопехотную, с противопехотными минами. Проблемы. Спасибо подписчикам, что задаете вопросы ЧМИТУ. Нету программы противопехотных. Но переделать противопехотную, ой, противотанковую на противопехотную, это просто бред. И там шкурка вычинки не стоит. И этот весь заряд тратить на одного человека. Ну и смысл такой, что он предлагает заменить взрыватель на более, менее чувствительный, на более чувствительный. То есть если ТМ-62М, они там идут по буквам М, Б, Ф, это в зависимости от вида корпуса. Есть корпуса пластмассовые, есть корпуса металлические, это М. И еще там есть какие-то. А есть просто он так спрессовано, как брикет. И нужно типа взрыватель на более чувствительно менять. Но я считаю, шкурка вычинки не стоит. Лучше наладить производство противопехотных мин. М-14. Она простая и она эффективна. Пока у нас не будет противопехотных мин, россияне будут все сунуться, сунуться и сунуться. Когда это Генштаб поймет или Зеленский, я не знаю. Ну когда-то, может, поймут. Ни одна ракета Storm Shadow не является настолько эффективной, как противопехотная мина М-14. И основная доктрина самой технологичной армии в мире, Южной Кореи, базируется на мине М-14. Они зону 7 километров разграничения засели минами М-14. И имеют установки по быстрому ее распространению на площадях. Вот я смотрел бой там, на часом яру, они ночью идут, россияне, и мы их ловим с степляками. Лучше бы было, если бы мы с условного БМ-27 разбросали лепестки, и они шли бы по этим лепесткам. Вот ты идешь в траве, вот этом овраге, между дорогой, лепесток за лепестком. Там оторвана пятка, там оторвана часть ступни, и все. И человек остался жив, и он больше уже не дееспособен. Вчера смотрел влог в Телеграме, как и многие другие люди, гипермаркет Торонто, чудак идет, ну а людей очень много. И он говорит, слава Украине, ему там пол Торонто гипермаркета, мула, говорят, торгового. Героям слава, смерть врагам. Торонто понад усе. Британия приняла первый раз огромный пакет помощи, спасибо Сунаку. Очень много ракет, 1600 разного формата. И это хорошо, это очень хорошо. Рекомендую всем начать смотреть сериал «Певчих». Есть такая журналистка, работала на Навального. Сериал «Предатели» называется. Шикарнейший сериал. Вот это все отродье, которое сейчас релоцировалось против Путина, это что же такие варьё было? И как на закрытых аукционах грабили ту же самую Россию, как и у нас птенцы Кучмы. Эти все Коломойские, Пинчуки и им подобные. Ахметовы. И вот, например, Киселёв Евгений берет интервью постоянно у Коха. Один обслуживал гуся Гусинского, это который грабил ту же самую Россию. А второй помогал воровать вот этим всем окружению Путина и Ельцина. Он возглавлял госкоммайно, госкомимущество России, Кох Альфред Ренгольдович. И там рассказывается, как, например, сделка идет по омскому нефтеперерабатывающему, и Роман Абрамович Ренгольду Коху дает взятку там, $14 миллионов, погашает его кредит личный физического лица. И он это дает показания в лондонском суде. А, например, Потанин кинул Коха на деньги, на такую же самую сумму. А Фридман выкупил его книгу, которая никому не нужна вообще абсолютно. Ну, тоже там гонорары такие по 90 тысяч.
И сейчас эти два честных человека ведут оппозиционный ВОХ. Точно такой был Ходорковский. Вот, например, было, там же залоговые аукционы закрыты, это была фикция. Ельцин через Геращенко, через Нацбанк России, Центробанк, сбрасывал в банк Минотеп, да, условный, Ходорковского, деньги, резервирования. А он же на эти деньги выкупал государство через фиктивный залоговый аукцион на риск никель или другие компании, либо Югра на севере, нефтяные месторождения. Точно так же выкупали Абрамович, Березовский, Сибнефть нынешняя. Да. А если красный директор какой-то, который был влиятельным в регионе, в Омске, сопротивлялся, либо в этом объединении Югра, то и Ходорковского люди, и люди Абрамовича просто убивали этих людей. Эти красные директора умирали. Было еще такое движение в 90-х, красные директора. Я с одним работал, у нас пришла команда Синакиева, друзья Януковича. Юрий Николаевич Борисов был генеральный директор медкомбината Днепровского. Он долгое время работал в Караганде, возглавлял сталелитейное производство. А в Караганде его друзьями были председатели парткома Карагандинского медкомбината Назарбаев. И главным инженером был Сосковец, который потом был правой рукой Ельцина. А я был помощником у Юрия Николаевича Борисова. Они к нам на медкомбинат направили офшор свой, Юнибро Стил, братья Деличи, сербы. А штаб-квартира Деличи была на Кипре и в Москве, на Ушакова, 76, по-моему. И я постоянно возил там интересные документы Березовцу. И так это все работало. Поэтому все лично видел, как Ельцин, когда ему не понравилось решение Госдумы при Хасбулатове и Рудском, просто выехали на центр города и расстреляли Госдуму. И если бы Ельцина Россия тогда была сильная, то он бы бомбил бы еще в два раза сильнее сейчас Украину, чем Путин. Абсолютно конченый конь был, который он любил там проехаться утром в автобусе, играл в демократию. На самом деле сам он демократически не жил никогда. Они все воровали, начиная от Ходорковского. Вот сейчас утром выступает у Наташи Ващенко Белоцерковская, она тоже за Украину. Ихние мужья все грабили Украину, Россию, да. И показывает Певчих, как это все варьё разворвало Россию за копейки, скупил активы. И потом привели к власти после Ельцина Путина, да. И Ельцин тоже о себе не забыл, писал свои книжки, мемуары, как ему жалко обычных трудовых людей. А Валентин Юмашев, я, кстати, с его другом, его друг, знаменитый агент футбольный в России, я с ним работал, с Ткаченко, Герман Ткаченко. И Валентин Юмашев с младшей дочкой Ельцина, они тоже на себя оформили треть экономики России. У нас такое же самое сделал Леонид Кучма. Все. И прекрасный фильм. И вот это все отродье, которое сейчас убежало из России в том числе. Альфред Кох, Ходорковский и им подобные. Чичваркин. О Чичваркине тоже поговорю сегодня. Интересно. Подметил для себя. Они все возмущаются этим фильмом. Да нет, там не нечему возмущаться. Та же самая, кстати, Латынина. Она же сидит, как и Алекс Роспехота, Арестович на донатах Ходорковского. Это абсолютно циничные люди были. И то, что, смотрите, любой олигарх российский, начиная от Абрамовича Березовского, заканчивая Ходорковским, убивали много людей, которые мешали в приватизации. Это люди могли быть как и бандиты местные, так и местная партноменклатура. Но если ты себя правильно вел и не стартовал против Путина, то любому Потанину или Фридману это все простили. А если ты начинал там выделываться, умничать, то Ходорковскому его все висяки криминальные просто вспомнили. Там не было никакого наезда на ум, честь и совесть, альтернативное мнение. Нет. Просто подняли его делишки и указали ему. И он свое отмотал весьма честно и мало. Потому что это все люди, которые пришли в 90-е классы на крови и воровстве. Все. А как бы честно было, вот, например, в Украине, если бы я делал приватизацию, я бы
Никаких ваучеров этих не делал, потому что эти ваучеры, это так, на бутылку водки. У нас Тегибко этим занимался. Тегибкий. Тоже стал. Он был такой, как Юмашев, только у Лены Кучмы. Нужно было, во-первых, вот у меня комбинат, город мой создали поляки, франко-бельгийская компания. Надо было найти предков франко-бельгийцев и хотя бы 70% предприятия возвратить им. Да. А 30 устраивать открытые аукционы и продавать на открытых торгах с запуском иностранного капитала. Но наша партийная номенклатура под криком национализма это все оттяпало себе. А теперь все живут в Сардинии, они здесь даже не живут. Если в Израиле элиты, которые создали Израиль, они убежали в США, и США, условная Голда Мэйр, уехала создавать Израиль, умереть в Израиле, то у нас они тут все разграбили, и при первом же угрозе своей жизни себя и себе любимых вывезли в Сардинии и живут на Сардиниях. Как это работает у нас и у них? Почему у нас нет ничего? Ни оружия, и ВВП такой хуже, чем в Анголе. В два раза. Скоро Нигерия нельзя будет пугать, потому что Нигерия это намного круче, чем мы уже. Поэтому запоминаем, Альфред Кох там рассказывается, прямо из здания суда она взяла протоколы, они в общедоступном доступе. И Кох там рассказывает, как Коху платили за лишь одну операцию. Представьте, в 90-х человеку давали 14 миллионов долларов. 90-х. Чтобы вы понимали, в 90-х, когда я работал с западными делегациями, работая у Юрия Николаевича Борисова, и я, например, 4 дня делегацию обслуживаю, помогаю им, все там, и они мне в конце в аэропорту дают 20 долларов. Мне на свадьбу подарили там 3 богатых человека, очень богатых, 50 долларов на троих. Я даже не знал, что с ними делать. Я просто на них смотрел, как на икону. А Кох тогда уже брал по 14 миллионов долларов с одной сделки. И они сейчас все вот этой перчик, куда все повлазили эти затычки, начиная от Чичваркина. И, кстати, там женщина, Ирина, по-моему, защищала Чичваркина, что я там какой-то сноб. Нет, надо выглядеть просто модно и стильно и правильно. Если у тебя там плешь, даже вот если у вашего мужа есть плешь, и на голове уже нет волос, отведите его в парикмахерскую, подстригите. Если у женщин всегда чуть лучше вкус, чем у мужчин, то приведите его в порядок, и все. А вставать на защиту Чичваркина, который абсолютный фрик, ну зачем? Ну вы же видите, что он кикимора. Я о нем сегодня тоже поговорю. По поводу бессмертного полка, у меня там россиянцев много в подписчиках. Я считаю, что нужно провести марш бессмертного полка и выйти с фото не дедов, которые непонятно какие там и когда-то воевали, а с фото своих детей, внуков, мужей, которые уже погибли, были убиты нами. И пройдите с этим, нужно пройти с этими фотографиями. Обновите, пожалуйста, операционную систему. Уже не актуально вот эти дедушки, которых вы не знали. А вы со своими трупами, инвалидами, фотками выйдите и пройдитесь, пожалуйста, по всей России. Не фонариками, не тарабаньте ложками в бидоны. А просто пройдите с фотографиями своих убитых. А мы их пересчитаем. И это уже будет примерно 300-400 тысяч. Только убитых, а еще инвалидов куча. Без рук, без ног, подмыться не могут. Прада и гантели. А, ну обладатель этих берц Прада, который нам постоянно угрожал, говорят, он там умирает, Кадыр Кадырович Кадыров. Вот умрет, ну видно у него на лице, по почкам, по надпочечникам, что что-то чуть тяжеловато. Он вчера опроверг это все, взял в руки гантели и занимался спортом. Поэтому, ну как умрет, тогда и поговорим. Ну поговорим о нем ровно 2 минуты. Я первый, кто пропагандировал теорию «не бойтесь кадыровцев», пусть они нас боятся. И кадыровцев сейчас нет на передке, они все в заградотрядах. Потому что это самые смелые люди на планете Земля. Да. Пока мы спали, были прилеты по нефтебазе в Российской Федерации и аэродром Новофедоровка в Крыму. Очень ярко горело, поэтому что-то там трапилось.
Сенат США подтвердил помощь. Байден ее сегодня подпишет, и поедут завтра первые типы вооружения. Важно что? Нам до этого времени давали допотопную старую помощь. Это привело к неоправданно большим потерям личного состава армии Украины. Новых мотивированных солдат вы не наберете. Поэтому, чтобы беречь старых и восстановить боеспособность, какие бы кто там законы не принимал, нужно просить у американцев правильное вооружение. Такое, как просил Алексей 17 яиц резников. 17, не 17 яиц, а 17 гривен за яйцо. Но он их никогда не покупал. Он богатый человек. Ему его прислуга возит эти яйца. За него вот эта журналистка с ICTV не зря выходила замуж. Подружка Пинчука. Потому что Алексей, Алешенька, сынок. Страйкер 11.26 просто с пулеметом Бушмастер, это одно. А страйкер с АИМ Шорат системой, я ее сделаю сегодня заставкой, которая может, там у нее Hellfire на 10, на 11 километров, потом израильские радары, и у него там еще 4 стингера стоит. То есть он может работать как по самолетам, по БПЛА, по всему. Вот таких нам надо АМ Шарадов много, а не 11.26. Они опять нам дадут железяк, который... Я же показывал фотку в телеграме канала своего. Я подписан на авиацию США военную. У них вот это в Неваде штате стоят по 20-30 километров площадями, забитыми этими F-14. F-4 нам даже, за счастье будет. Самолетами военными, эти кладбища самолетов, которые восстанавливаются, ремонтируются, на них Пентагон выделяет деньги. Нам надо просить вооружение технологичное, как говорил Заужный, которое будет геймченджером, таким как Хаймарс. Вот Хаймарс опять, пока мы спали, уничтожил очередную за 2 дня С-400. И Страйкер, это конструктор Лего. Страйкер может быть 11.26, а может Страйкер быть АМ Шарад. Понимаете? И нам надо спросить Страйкеров 500 АМ Шарадов. А не просто жоповозку. Великобритания в 25-м году разместит в Польше истребители Тайфун и 16 тысяч солдат. Ну 16 тысяч солдат это 5 бригад, да? 5 бригад. Сунак сказал. Видите, поляки боятся сами воевать, просят британцев. Раньше поляки были смелые. Хотя во Вторую мировую в первой фазе воевали очень плохо и постыдно. Тайфуны бы нам не помешали бы, да. А что нам не дать тайфуны? Правильно Зеленский сказал, залетите на нашу территорию и позбивайте хотя бы крылатые ракеты во время атаки. Вы против Ирана не боитесь это делать, потому что вы Иран считаете слабым государством, а против России боитесь это делать, потому что их, просто боитесь их и все. Сунак сказал, что Польша ключевая страна для обеспечения безопасности во всей Европе. Я не согласен с Сунаком. Ключевая это Украина, ненька. О Вере и бутылках. Вот когда бежал Кросс, назову это Кроссом. Это было постыдное зрелище. Но Форест Гамп или Грант, посмотрю, как это второе слово называется у него. Он намного лучше бежал, будучи инвалидом, чем я. И это же потом шел, и по лесу у меня такая манечка. Много бабушек, они все верующие, дедушки намоленные, дядьки идут. Бутылок с под пива валяется куча. И один я их только убираю. Атеист. А верующие намоленные проходят мимо. Вчера читал у одного там чат человека. Он говорит, что такое корость? Это когда нет транзакции на пластиковую карточку твоей жены, а ты был обеспечен. И ты узнаешь о размерах своего члена. Вот хочу привести пример общения с человеком. Через интернет общались, мой подписчик. И он мне говорит, я за Украину, я помогаю армии. Хорошо, давайте будем общаться. И мне чуть-чуть помогал. Спасибо ему за это.
Ну, он типа обеспеченный очень человек. И пацана мне сбрасывает тему Ермак Зеленский, ну и все такое, что Зеля там, Ермак там, ну такие, ну самые страшные люди в мире. Это истинное зло. Ну и вы их не поедешь. Арахамия и Федор. Вот это четыре фамилии. Я говорю, вы смотрите, вы мне там 3 месяца подряд сбрасываете Ермак Зеленский, Ермак Зеленский. Давайте прекращать эту тему обсуждать, но можете что-то другое. Ну, представьте, я бы ввел ВОГ каждый день, я говорил, Ермак Зеленский. Хорошо. Проходит 2 дня опять, Ермак Зеленский. Я говорю, ну я же вас спросил. Хорошо, я вас услышал. Проходит 2 дня опять, Ермак Зеленский, Ермак Зеленский. Смотрите, если у вас заело и заржавело, вот коробка передач не работает, разберите коробку, соберите ее обратно. Я же постоянно предлагал, говорю, пробежитесь, пройдите, пройдите 10 километров на свежем воздухе. Если у вас рамсит от войны, ну, надо сбрасывать минус. Запишите в спортзал или купите себе боксерскую грушу и работайте на ней. Даже если вы повесите фото Зеленского на грушу и будете бить постоянно, то все равно вы спокойнее станете к вечеру. Да. Вы сбросите этот минус. Вот я с детства боксировал, я абсолютно не агрессивный человек. А мне вот эта драться, это такое, это последнее дело. Я ухожу от конфликта до последнего. Но уже когда меня приперли и понимают, что я, наверное, трус, и не пропускают кросс в голову, и потом говорят, а то я на тебя смотрел, а потом свет выключился, я уже лежу. Продолжаю. Потом его тема идет, он за Украину. СОСО помогает украинская армия. Постоянно тема. Кабмин забирает, там же они, Кабмин взял НДФЛ только военных. Он не забирал НДФЛ у громад, которые громады собирают у себя на местах. Он взял только военных. Ну, Кабмин как рассуждает? Раз мы эту зарплату платим государственным служащим, то мы это забираем. И этот же военный, он же не живет в этом городе. Он на передхе. То есть у Кабмина прямое отношение с военным, минуя громаду. И абсолютно обоснована позиция. НДФЛ забирают военный у мэров, они козлы. Мэры должны тратить деньги на Бруківку, это госпрограмма и линия БРР. Ну, постоянно на защиту того, против чего я. За РПК не должны мэры покупать. Там богатый делает дамбу себе, ну, сделает заповедник себе. Пусть делает, это его деньги. А то, что эту дамбу разобьют через месяца 3, это его не интересует. Хотя он сам сейчас уже ревоцировался в Европу, с чем я его поздравляю. Ну, я не обвиняю, ты богатый человек, ты не видишь сил своих и смелости участвовать в этом. Ты не для того богател, чтобы сейчас пойти в окопы. Я это понимаю по-человечески. Но уедь достойно. И потом же, вот этот парень, что боролся и погиб против ставок и игромании военных, я призываю всех военных, не играйте в окопах. Отправьте свои деньги своим всем родственникам, прабабушкам, бабушкам, деткам своим, женам, бывшим женам, если излишек есть. Вот просто бывшей жене задонатьте. Ну не проигрывайте. Ну, а этот парень, вот этот, ну что, осуждает их, который со мной общается, у него бизнес такой, что его рекламу, он от рекламы казино тоже получает деньги. Причем вот этот парень военный, который поднял эту тему, он тоже плохой, тоже козел. Ланцет супероружие, у нас ничего нет. Когда Федоров сказал, что у нас уже есть 4 аналога Ланцета и 2 уже работают, ССО делает показы. Он молчит. То есть он прославляет только Ланцет, но про наши беспилотники ударные молчит. Вот просто. Шахеды супер, у них 90 килограмм, мы делаем херню. Вот все у нас херня. Какие-то успехи наши, молчание, ягнят. Наши БПЛА говно. Говорит, ну дословно, уеду с Украины, буду везде говорить плохо про Украину. Про Украину, не про Ермака и Зеленского, а про Украину. И хочу, чтобы Украине не дали денег, их все равно разворуют, вам не надо никаких денег. Он за Украину. И помогает армии Украины, ну с его слов. Вы Спарс неправильно читаете, читайте Спарс в оригинале. То есть BBC, CNN пишут про Спарс, что ну, она блокирует PDF, PDI Байдена для Украины, там цена вопроса 8 миллиардов. Все дураки, один он умный, потому что он английский язык знает. То есть Спарс это не зло, а добро.
Ну и потом мне присылают скрины, например, тех людей, которых я считаю ватниками, он на них подписан, и для него лидеры мнения. Общайтесь с ними. Я говорю, я этого человека, которого вы мне скрины присылаете, я его знаю. Я вас познакомлю, вы с утра до вечера будете общаться. Потому что вы народное тело для меня. И присылает мне скрин там какого-то военного, типа украинского. Скоро нам конец, они скоро захватят Павлоград. Я за Украину, Федоров рапидаст. Ну вот я с таким человеком общался. Ну сами сделайте выводы, ну. И он мне постоянно такое присылает. Ну это нормальное общение. То есть нашел, за то, что он там мне давал какие-то донаты, да, нашел канализационную трубу, в которую можно постоянно это. И форма общения, как вроде бы он меня взял на работу. Постоянно какие-то ультимативные там смайлики. Ну, уехали и уезжайте. Если вы уехали отсюда и сами не живете, то хотя бы имейте совесть не открывать рот против Украины. Вы видите, вы за Украину какую? У СССР? Вот такие у меня есть подписчики. Я его нигде не забанил. Просил просто в культурной форме перестать мне писать на политические темы. Россияне попали ракета Х-59. Если бы покупали местная власть за РПК, то они бы не сбили эту вышку. Зачем они ее перебили, непонятно. Но они живут нарративами, наверное, что, как Ленин говорил, нужно захватывать телеграф, вокзал и банк. Из плохого. Везли парня с эпилепсией на учебный центр, и он умер. Вопросы к ВЛК. Эти ВЛК, которые написали больному человеку, что он здоровый, вы преступники. Украинцам за кордоном призупинили выдачу готовых паспортов. Но вот я когда жил в Польше 3 года, и меня ограбили в Италии, я делал новый паспорт в Варшаве. Я считаю, что МИД Украины, консульская служба, это худшая в мире. Так как они от меня вытерли ноги, то я проклял все. И даже без всяких проблем, ну вот этих официальных, поменять паспорт раньше, например, в Варшаве, было практически невозможно. Поэтому все, кто побежали сейчас переделать новые паспорта, ну это марна прася. Тогда даже не было очередей. Я уже подключил людей, с которыми воевал. Они вышли на военного атташе Ковальчука в Варшаве. Он был помощником вот этого посла, который Путина послал туда. И этот полковник службы внешней разведки помог мне оформить паспорт. А так его оформить невозможно. Ну, вы потеряли просто 11 миллионов населения. Они сделают себе ВНЖ по-любому. Их ни одна Польша, ни одна Германия не выдаст Украине, когда у них закончится термин паспорта. Они просто будут жить по ВНЖ. Они в любом суде Европы опротестуют действия правительства Украины. Ну, будете просто после войны на той территории, которая останется под Украиной, завозить с Мозамбика. И все. Вы потеряли 11 миллионов людей. Хорошую передачу смотрел Сергея Гайдая и Бахматова. Это человек, который постоянно критикует мэра Киева. Ну, он там по цифрам типа раскладывал, что происходит в Киеве, происходят страшные вещи. И он рассказывает, например, станция аэрации, которая воняет на весь Киев говном каким-то. Там поздняки, осокорки, ну это левобережье, нюхает это. И японцы хотят, у них уже есть $1 миллиард, чтобы сделать это в брикеты и убирать это говно. И Гайдай туда комиссии привозил. Но в Бортничах или еще, я могу путать. Я просто районы Киева плохо знаю. Я жил на Сокарках, Поздняках, вот это, и Руслановке, и вот это их чуть-чуть знаю. А, ну и в Голосеевском районе же. То, ну, японцы требуют, чтобы под их ним они будут проверять сметы, вот как делали они в Борисполе, аэропорт. И только тогда будет распределение денег. И Кличко, так как японцы-ревизоры, не осваивает этот $1 миллиард. Деньги уже есть.
Чичваркин слушал у Дудя, ну, некоторые слушают иногда влоги уже старые, их полезно послушать в разрезе 5 лет, обалденная штука. И Чичваркин встречался с Порошенко, когда хотел быть министром экономики Украины. И он говорит, смотрите, напоминаю, что Чичваркин это величайший контрабандист современности. Он работал в тупую черную под таможенной службой Российской Федерации. Я жил возле этого управления. Главное управление таможенной службы Российской Федерации находится возле, на филях возле Горбушки. Да. Он коррумпировал всю таможенную службу России и завозил все эти телефоны пластмассовые без таможенных пошлин. Ну, абсолютный контрабандист, абсолютное зло в плане государства. Да. И он рассказывает Порошенко, что у вас творится в Украине? У вас же вот эти таксисты-бомбилы, которые работают возле Борисполя, они не платят налоги. А Порошенко ему отвечает, что от этой овцы мало шерсти, много крика, мне это не интересно. А Чичваркин говорит, вот пока вы будете плевать на вот этих таксистов, не собирать с них деньги, вот до тех пор вы будете плохо жить. Вы страна преступников. То есть нам рассказывает чувак, который не то, что бревно в своем глазу не видит, он в своем глазу не видит лесопосадку. Это был чисто Наки Томпсон Российской Федерации, господин Чичваркин. Наки Томпсон. Он со всех ржал. Ходил в этих сарафанах и вообще ни налогов не платил. Миллиарды налогов. Там Ирина, подписчица, пожалуйста, напишите свои комментарии в защиту Чичваркина и его лысины. Если ваш муж уже начал стареть и лысеть, постригайте его на лысо, не сохраняйте лысину, она смешная. И я еще многих мужчин призываю не красить виски, вот это есть такой хной красят и голубой цвет. Вот бывает голубая седина, не надо этого делать. Вот у меня папа недостаток, он боролся за волосы. Вот если у него волос выпадал, он заказывает волосинку труситься. Не надо труситься, ну выпали-то и выпали. Состригите вот это все, ну старейте просто красиво. Не будьте микирурками, не колите вот этот ботокс, не ставите ненавидите с этими Валериями Леонтьевыми. Его, кстати, мать, соседка соседнего села, оказывается, была. Потом уехала в Россию. То есть он земеля наш. Вот это ж сначала вот эти лысины сохраняете, потом сережки вешаете, потом ботокс колите, а потом сегодня ты танцуешь джаз, а завтра родину продашь. Что-то типа такого. И смотрел немного влог Дудя об Ходорковском, ну абсолютное зло, абсолютное, это лидер ОПГ и спонсор Алексея Роспехоты. Он от Латыниной без ума, он ее финансирует. И он о Ельцине так говорил. И там же вот это Певчих рассказывает схемы, как Ходорковский во сколько и где воровал. Как они выкупали УРТ, чтобы там брехать всем и все остальное. Хорошую смотрел передачу на Медне у этого, забыл его, Парфенова. 38-й год. Интересный момент, когда Хрущева назначают в Украину, они там начинают убивать массово людей тоннами, миллионами. Ну, Хрущев, когда разоблачал Сталина, это был такой же самый упырь, как и Сталин. И они тогда зашли в Украину. Перед этим Украиной руководили немец руководил этнический, Кассиор поляк и еврей Каганович. Да? А потом пришел этот же Хрущев. Это как он неплохо знал, в Донецке долго жил, в Юзовке. А он пришел с напарником, со своим Успенским, был первое лицо в НКВД Украины. Этот Успенский под командованием Хрущева убили миллионы людей, украинцев и не только. И потом Успенскому пришла депеша, что начинаются новые чистки в НКВД, вас вызывает в Москву. Он понял, что ему каюк. Его друг Генрих Люшков убежал к японцам. Успенский инсценировал возле Киева, что он утонул в Днепре. Потом ГПУ восстановили, что Успенский жив. И Сталин говорил, бросьте все силы найти Успенского. И его все-таки нашли в Заурале. И расстреляли.
Ну, прилетела карма и к его жене Анне Васильевне Успенской по обвинению в измене родине, подготовке побега за границу с мужем. Тоже расстреляли. Судьба детей Успенского неизвестна. Ну, их обычно, если маленькие сильно были, отдавали в чужие другие семьи. Помним, что Хрущев был точно такой палач, как и Сталин. И даже когда рассказывается про Успенского, вот этот есть НСК Олимпийский у нас в центре Киева. Он раньше назывался НСК имени Троцкого. Потом, когда Троцкого убили, переименовали его в НСК имени Кассиора. Но кто руководил Украиной, сразу в честь себя все называл. А потом пришел Хрущев, назвал этот НСК имени Хрущева. Так это хочется сказать, расскажу сегодня о двух величайших людях, которые имеют корни с Украины, и их родители прочухали это все и убежали от черносотенского движения, и стали величайшими в истории планеты Земля. Я как армянин, все рассказываю про своих. Бенни Гудман, Бенджамин Дэвид Гудман. Он родился уже в Чикаго, ну туда все драпали наши. Его папа с Белой Церкви, а мама с Вильнюса, по-моему. Да. Дора Резинская Гудман. А, из Каунаса, из Ковна. Он был величайший был игрок на кларнете, потом создал свой оркестр, были из забвения и был на вершине славы американской и мировой. Все мечтали попасть на концерты Дэвида Губмана. Он был король свинга. Он мешал стили музыкальные, начиная от джаза. И первые люди мира мечтали побывать на концертах Гудмана. Если вы сейчас включите на Spotify, скачаете Гудмана и будете слушать, вы получите огромное удовольствие. Это реально действительно музыка. И папа Бенни Гудмана был из Белой Церкви, недалеко от моего дедушки жил. Смотрел интересную передачу у братьев Капрановых про СБУ, службу безопасности ОУН. И интересный факт, что во всех ветках СБ ОУН в Европе были сотрудники НКВД. Везде. Там мне возражал человек по новой ПАК-3 CRI и MSE. У них есть программа AIRINT. И в этой программе, если читать всю документацию, то у них есть ракеты, которые летят намного дальше, 120 километров. Если они создали эту программу RO-3 Хейтс с израильтянами, и у них показатели 3000 километров в радиус снятия цели и 1000 километров вверх в космосе, да, то ПАК-3 они уже давно сделали очень модным. У компании Boeing, Raytheon, у них масса наработок по ракетам биться бороться. Если бы они нам дали два комплекса Ироу Байден, то мы бы всю стратегическую авиацию России уничтожили бы за здрасте мордасти. Но это никакие не ракеты известия. Они нам могут давать пару вкусных вкусняшек, заезжать же их операторы и снимать это Ту-22М3. Вот это я поверю. А задача Буданова запутать карты. Очередная. Ну, там какой-то казус произошел на ротации. Одна бригада раньше вышла, другая позже зашла. Они, ну, Рёбки пишет провал фронта. Они никакого провал фронта. Очередная – это село с одной улицей всего. Вот у нас села идут вдоль дороги. Они могут быть чуть длинные. Но они в часть села зашли. Ну, я желаю удачи нашим цезарям первым. 6 пушек, и пусть работает с утра до вечера. Перепахать – это очередная, и все. Шел домой, женщина меня пожилая встречает, говорит, а ты чув, что Залужного арештував Зеленский? Открываю телеграм-канал, а мне вот этот человек, который за Украину, пишет все пророссийское чего-то. Тоже инсайдер, Залужный сидит на подвале, его там пытают. Я чув, а я говорю, де ви чуєте? Я зранку ходила на озерку, ну це озерка-базар, і придбала там
капусти, і мені Клава сказала, що Залужний арештований. Вона теж в телеграм-каналі підписана на інсайдер. Надіюся, це неправда. Смотрел интересную передачу про создание российской армии еще со времен отца Петра I, то одним из создателей российской армии был Александр Лесли оф Крихии. Это Александр Лесли, он был шотландец. Он воевал, ходил в наймы за кого угодно, и за поляков воевал, за шведов, и потом стал русским генералом. И создавал, формировал полки, и первую штатку писал Александр Лесли. Очень важным фактором голосования республиканцев за Украину, я считаю, что ВПК США давили на Трампа, они его донаторы. Вот как на меня донаторы давят и требуют, чтобы я критиковал с утра до вечера Зеленского и Ермака и хвалил российское оружие. И я хвалил украинское оружие. И очень важный фактор, вот приезжал Дуда, поляков, и они живут очень сплоченными общинами, начиная от Иллинойса. Почти 10 миллионов поляков, да. И Дуда сказал, я просил Трампа помочь Украине и просил поляков голосовать за Трампа. Сейчас все борются за голоса. И поэтому Трамп уступил. Все хвалят Джонсона и Джонсона. Я этим шампунем мыл голову, он мне не помогал. Ну, у меня уже аутоиммунная реакция резко идет. А я говорю, что все было зависело от Трампа. Я смотрел передачу американского телевидения, там шла вот эта Грин, российская шлюшка. И избиратели, демократы там такое ей в спину орали, что мама дорогая. Рубрика «Два чемодана». Стоит над горой Алеша в Болгарии русский солдат. У меня сегодня будет влог час 30. Да, а в следующий раз, может, и не будет. В общем, чтобы не быть голословными, 42-летний Алексей Серов, ранее был судимый, отбивал колонии 12 лет срок за убийство. У них 12 лет дают за репост сейчас в телеграм-канале и 12 лет за убийство. Был завербован в 23-м году в ЧВК «Вагнер», и возвратился, мы его все-таки не ликвидировали. Я же говорю, они намного выгоднее, чем братство этого господина Усатого. Забыл его фамилию. В поселке Никольское был задержан, в его квартире полицейские обнаружили два чемодана. Два. Открыли два чемодана, искали по заявлению женщины, мама пропала, 47-летняя. Ну, может, знаете, спокусилась, человек с деньгами пришел с СВО, воин, эти медальки. В общем, он и поссорился с ней и расчленил ее, и разложил два чемодана. Да. А потом же вот это будут братские могилы, и правнукам будет рассказывать, стоит над горой Алеша в Болгарии русский солдат. И все мы ролик смотрели, тоже самка родила двух маленьких арчат, и бинты намотала им на руки, и йодом, и краской намазала, что у них с виска кровь течет, с носа и с рук. И они ползают, они сами не понимают, в пилотках, что они раненые. Представьте, она играется детьми уже 300-е. Вы представьте, что у них там в мозгах. Сумасшедшие. Я в советское время прожил эти военно-полевые лагеря, Зорница там и все остальное. Я это все знаю. У нас такого не было. Вы что творите? Сумасшедшие. Смотрел вчера передачу про Мухаммеда Али, то хочу потом расскажу про этого человека. Была интересная передача у Минаева про то, как старообрядцы с новым обрядом латинским, обрядом грекам, греков, да, воевали в России, как попы, которые приветствовали Грецию, вводили новые обряды, ну там тремя пальцами или двумя креститься, молитву читать 4 раза, либо 16,
И как старообрядцы долго сопротивлялись, как их отправляли на, начиная от боярини Морозовой, в ямы, в заточение, попов этих палили. И, например, когда одного из них палили на кресте, то он проклял царя, который правил, по-моему, старшего брата Петра Первого. И он проправил недолго, сразу и умер молодым. Мы так не верь проклятия. Очень интересная передача на религиозную тему. Минаев. Хочу рассказать интересную историю про, я считаю, это были операции КГБ СССР. Есть такая семья Аньели, которая держит пол Италии. И это основные партнеры корпорации Ford по всему миру. Fiat, Ford. И у, ну, Аньели такой был чудак, старый Аньели. Он был любитель фашизма, аристократ, воевал за Муссолини во Вторую мировую. И он не отсидел в тюрьме, ничего. Ему американцы сказали, давай бороться с коммунизмом в Италии, и мы опять возродим твою семью. Дадим денег, дадим генподряды. У него была жена, она из богатого дворянского рода. И у них было двое детей. Сын скололся, как обычно, героин. А дочка Маргарита, у нее было два брака. У нее было первое направление, это Ауканы. А потом она связалась, после того, как родила трех детей Аукану, знаменитому историку итальянскому, она ушла к Сержу де Палену. Это российский такой шовинист, его прапрадед убивал Павла, первого царя, и потом его прадеды были губернаторами Санкт-Петербурга. И этот Серж де Пален хочет возродить Россию по всему миру, в Швейцарии держит этот дом, клуб по интересам. Туда летал к Сержу Палену вот этот Малафеев, который создавал ДНР, ЛНР и Гиркинцев. Туда летают эти все попы РПЦ к Сержу де Палену. Дугин постоянно был у Сержа де Палена. И вот этот писатель, я забыл, как его фамилия, что он призывал убивать детей украинских, которому писюн оторвали, тоже ездил к Сержу де Палену. И этого Сержа де Палена женили на этой Маргарите Аньеле. Она его назначила сразу главой, представителем правления Фиата. Старушка эта итальянка увидела эту всю тенденцию и всю фирму оформила на старшего сына рода Эуканов. И этот Эукан-старший взял на себя правление этой фирмой. И этих Депаленов убрал. Маме выплатил 1,5 миллиарда долларов денег, чтобы она не мешала ему, и выкупил ее долю. Мама, когда растратила эти все 1,5 миллиарда с этим Сержем де Паленом, опять начала судиться с Эуканом старшим, сыном, со своим же сыном. И самое интересное, что а вот этот сейчас фильм вышел у Гая Ричи про там один типа хороший сын, досталось наследство, один сын, второй наркоман и дочка чуть припудренная. Вот это ж он снял прототип с семьи Эуканов. Да. Вот как оно работает. Я вам рассказывал перед этим про семью, которая держит юг Франции. И там тоже случайно это появилась дамочка, которая доказана, что она была сотрудником КГБ СССР, спецотдела. И сейчас она живет с вице-президентом BlackRock, который тоже держит весь ВПК мировой. Поэтому, когда какой-то Грин против нас голосует и всякие Карсоны, то нужно понимать, что щупальцы КГБ работают везде. Начиная от каких-то порносъемок, заканчивая просто пожертвованием. Если проанализировать донаты Спарц, то мы там увидим много интересного. Живая дали крапиву. Сегодня так холодно. Хочу рассказать, как Рейган произнес речь. Он должен был рассказать там речь совсем другую, но как профессиональный артист разминал свой речитатив перед выступлением. А я не разминаю и кашляю. А искусство говорить, это, конечно, именно правильно слова с правильной дикцией, это дорогого стоит.
Поэтому нанимайте лингвистов, которые вам будут ставить речь. И он сказал: мои соотечественники, американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через 5 минут. А микрофон был не выключен, и его уже все слушали в эфире. Был протест посольства Мордора, но он сказал, это шутка была, я разминал просто свою речь. Ну что у Рейгана на уме, то у Рейгана и на языке. Смотрел передачу с замечательным влогером Украины, она из пригорода Днепра, с Перещепина, по-моему, Анна Аухим. Ну, у нее фамилия Буряченко, но она стала Аухим. А что Аухим? Потому что она с детства употребляет все виды наркотиков. И вот была передача с блогером Тимошенко, который релоцировался в Дубае. И она говорит, что рассказывает про виды наркотиков, очень хвалит амфетамин именно днепровский, наркотики это зло. Что он коричневый, как его правильно употреблять, как он вставляет, делает градацию наркотиков, которых она употребляла. Она постоянно рассказывает, что она ходит на какие-то пластики. Я не наркоманка, я просто часто ухаживаю за собой. И раз в две недели ей колят какую-то фигню, когда перед пластической операцией, которая действует как героин. И она 20 минут типа балдеет. Она употребляет бульбулятор под супербабушку. В этой супербабушке играет ее мама, и она включает супербабушку и курит бульбик. Кстати, я хочу напомнить, что Аня Алхим самая востребованная YouTube-блогер и ТикТока в соцсетях Украины. И я не понимаю рекламодателей, которые пытаются через Аню Алхим что-то рекламировать. Но человек пропагандирует употребление наркотиков, рассказывает, что такое амфетамин днепровский, говорит, киевский амфетамин – это просто ерунда. И у нее стоит очередь рекламировать на ее сайтах там всякую ерунду. Ну, рассказывает о своих богатствах, у нее там часы начинают от 50 тысяч долларов. Там лендж-роверы какие-то в предместе Киева, дачи. У нее были такие дни в употреблении, когда она 10-11 дней от днепровского амфетамина не могла заснуть. 11 дней, это представь, 11 дней я не спала. Она говорит, ну напишите, что я пророссийская изда, и вы думаете, я буду плакать? Да мне пофуй. И Алхим, люди многие пишут, что они очень благодарны, что она рекламирует онлайн-казино, как и мой этот донатор говорит, что онлайн-казино это хорошо. И говорят, что они очень много выиграли в онлайн-казино. Ну да. Так. Стоит над горой Алёша, в Болгарии русский солдат. А, ну еще она сказала, что если мужчина не зарабатывает чистыми 600 тысяч долларов в месяц, то Ане Алхим с ним делать нечего. Ну и бред сумасшедший. Ане Алхим, кому ты надо? Ты продолбанная дырка. Обдолбанная дырка, наркоманище. Она выездила в Дубай срезать вот эту бороду какую-то, чтобы еще стать красивее. Она уродливая просто по своей природе. Животное. Я хочу спросить этих мужиков, которые бегают таким, как Аня Алхим. Ну вы себя хоть уважаете, хоть чуть-чуть. Судимый за массовое склонение детей к суициду через популярную в интернете группу «Синий кит» Александр Глазов искупил свою вину в СВО, и он был бывший куратор смерти, ну, призывал детей убить себя. И он теперь ходит по школам и проводит уроки патриотизма. Алёша в Болгарии русский солдат.
Она сказала, чтобы я просто дышала, это а не охим. Мне надо хотя бы 100 тысяч долларов в месяц. Да я дышу, бывает, с 10 долларами. Вот у меня сейчас 15 долларов на криптокошельке. Я их снять не могу, потому что это в BNB20, это всего 0,02. А 0,02 биржи не проводят. И я просто на них смотрю, как, знаете, кот, рыбка в аквариуме плавает. И ничего с ними не могу сделать. С этими 15 долларами. А на карточках нули. Поэтому я вообще самый счастливый человек. Я крапиву пью. А она не знает, как прожить, если будет доход меньше 100 тысяч долларов. Вы представляете, какая рапидастка? США нацелились на китайские банки, помогающие России. Та пора бы уже давно. И вот этой передаче, кстати, в Намедне, там фильм о Невском показывается, его сняли, показывали, что немцы это зло. Но только Сталин подписал с немцами вот этот раздел Европы, сразу же этот фильм сняли с проката. Смотрел интересную передачу про братьев Амбани, это одни из самых богатых людей Индии. У них был папа богатый, оставил им наследство. Они начали ссориться, Анил и Мукеш. Мама их помирила, отдала половину тому, половину тому. Анил был такой агрессивный на рынке, быстро разбогател, быстро обанкротился. А Мукеш прохаванный, и это ж Мукеш сейчас выдает своего сына Жене, где там это Бейонсе поет за 7 миллионов долларов. Вот этого Анила была, я помню, в 80-х такая популярная, я ходил на индийское кино, а там пели песни «Джимми, Джимми, ача, 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 ача». Эта песня. Я их 2,5 часа слушал. Очень мне нравились эти фильмы. Зита и Гита. Зита умирает у Гиты на руках. Альфуш прибегает. И вот эта Тина Муним, вот эта знаменитая актриса, на которую я ходил, когда маленький был, она стала женой этого Анила. Брата, который обанкротился. Но он объявил себя банкротом, но ездит на таких, катается на дорогих яхтах. А от этого Мукеша называют королем деталей. Он никогда не рискует, он идет по рынку очень медленно. Два слова хочу сказать о величайшем американском продюсере, создателе Geffen Records, Дэвид Лоуренс Geffen. Вот всех знаменитых артистов за последние 30 лет, которых мы слышали в США, они прошли через лейблы Дэвида Лоуренса Геффена. Мама Геффена, она с маленького украинского села с Приднестровья и эмигрировала в США. А папа его с Вильнюса, по-моему, с Вильна. И в этой семье родился этот парень. Ну, хоть и гей, да, но он настолько крутой чудак, что в честь него назвали филармонию в центре Нью-Йорка. Geffen Hall. Дэвид Geffen Hall. Он большой филантроп по всему миру, спонсирует Демократическую партию США, он лично на предвыборную кампанию Барака Обамы выделил 100 миллионов долларов. А вот вопрос, если бы я организовал конкурс и открою сегодня голосование в телеграм-канале, если бы мама Дэвида Геффена не уехала с маленького этого, с Приднестровья села украинского, и остались они здесь жить, что было бы с Геффеном. Но есть два варианта. Либо Дэвид Геффен бы сейчас сидел в каком-то разбитом доме возле огорода и пас гусей. И второй вариант, его бы как Мендельшампа расстреляли бы еще в 30-х годах. Ну, не в 30-х, а в 40-х. Он родился поздно. Позже. Два слова хочу рассказать. Вот Мухаммед Али, его же настоящее имя Кассиус Клей. А его назвали в честь Кассиуса Марселуса Клея. Это был знаменитый такой политический деятель из Кентукки, который, будучи белым, будучи сыном рабовладельца, боролся против рабства. Это движение называется «Аболиционисты».
И он был великим аболиционистом США. На него нападали кукусконовцы. Ну, он, например, он служил в армии американской, прошел войну. Когда на него напал наемный убийца Браун, то и пуля попала ему в ножны ножа, он этого схватил Брауна и выколол ему глаз. Точно такая у него была ситуация, когда на него напали шесть братьев Тернеров, кукускуановцы. Он от них отбивался и убил одного из братьев Сайруса Тернера. Да. И самое интересное, законодательство США такое, что если у тебя самооборона, тебе ничего не будет. Уникальное законодательство. Он потом выкупил 10 акров земли и основал город Берия в 1855 году. Он создал этот первый свободный город, в котором могли люди жить разных рас. Он, кстати, был послом США в России, имел обширные связи с Российской империей при Александре II и занимался переговорами по продаже Аляски Америке. У него была репутация смутьяна и бойца, и за угроз жизни он привык носить с собой два пистолета и нож. Для защиты дома и места от кукускуановцев он установил пушку возле дома. Да. Вот так боролись за права чернокожих. И, кстати, вот это движение против расизма возглавляли белые, именно аристократы. В 1894 году 84-летний Клей женился на 15-летней сироте Доре Ричардсон. Да. На сестре одного из своих фермеров-издольщиков. Ну, дядька такой, видите, чувствовал в себе силы. Поэтому Мухаммед Али был назван в честь этого человека. Немеччина закликает США поставить Украине хотя бы одну систему Патриот. Это ж моя тема, Шольц призвал. США производители патриотов или ракет крылатых джаз, но они нам не дают. США нам должны давать высокотехнологичное оружие, как я говорил о страйкере, там, ПВО, а не давать рухлядь списанную. Они же занимаются очковтирательством. И правильно говорит Шольц. Нам должно быть... У нас люди заканчиваются. Немотивированная армия из немотивированных людей, которых ловят, наручниках ведут, она воевать не будет. Под Очеретино произошло интересное событие. Роман Сапаньков, Z-военкор, писал о том, что они убили типа бойцов РДК, которые россияне воюют за нас. Но на самом деле, когда разобрались, то убили они Андрея Шинкаренко. Это чокнутый на голову с украинскими корнями, фамилия Шинкаренко, из Кемерово. Был кандидат педагогических наук, директор школы. У него была стопудовая бронь, и ему 55 лет. И этот идиот, 55 лет, непонятно почему, пошел воевать против бандеровцев. И потом якуты, которые его подстрелили по ошибке, они зашли в окопы и стреляют же там все, что видят. Они застрелили своих. И этого Андрея Шинкаренко назвали таким почетным званием бандеровец. Хотя он его не заслуживает, он идиот. Вот хочется спросить у этого Андрея Шинкаренко. Ты этнический украинец, ты директор школы, ты кандидат наук. Какого хрена ты сюда полез? 55 лет, встречай старость, воспитывай внуков. Валяется, мухи лазят по его роже убитой. Смотрел маленький влог у Битербиева, и он оскорблял Усика о том, что Усик сейчас перешел на сторону Украины, что это типа больной на голову человек, его может только обследовать доктор. Поэтому вот будет бой Бивол-Битербиев, буду кулаки и крестиком пальцы вот так держать за Бивола. Бивол тоже россиянин, но принципиально болеть против Битербиева. Не твоя бы обезьянища рожа открывала свою ротяку, да.
Просто пусть он изучит историю своего народа. Я чеченец. Я хоть и в Дагестане родился, но я чеченец. А потом открывает свою пельку. И смотри, он небольшой вох. Есть такой опорный полузащитник Гушаков в России. И у него Нобель брал вчера интервью, а он живет, он родом из города, который стоит на границе с Луганской областью. И он говорит, война скоро закончится. Он уверен, что мы типа скоро закончимся. Нет. Еще и Гушаков пойдет воевать, да. Он сейчас сидит в Армении, кушает рак и парится в бане. Так самое интересное, у него вот этот Миллерово город, который на границе с нами, и он имел колоссальные связи, вице-капитан сборной России, и он в этом Миллерово захотел построить стадион, но это жопа мира. И местная власть требовала с него бабки. Ему пришлось подключать больших людей в Дворковича в России, чтобы для детей отвезти поле. То есть мафия муниципальная в России у нас это одно и то же. Там человек, вот этот, с которым общался, хвалит Филатова. Да не Филатов же строит эти дома, которые здесь строятся по городу. Задача Филатова поменьше брать взяток с этих людей. Если ты их не друг, не мешать им строить. Все. А то, что мусор выводится с улиц. Ну, еще не хватало, чтобы он его не вывозил. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Час 16. Дякую за підписку, буду вдячний за підтримку.